Всем привет, с вами как всегда я Дезертир, и мы снова продолжаем играть в Assassin's Creed 4 Black Flag. Продолжим же, ну я думаю выполнить сегодня что-нибудь поинтересней. Например, давайте посмотрим на карту. И по-моему в последний раз я вам обещал попробовать сразиться с корабликом. Тем более денег мы за это получим много. Правда, есть вероятность, что у нас к чертям разнесет. Доброго дня! Капитан на вахте. И это будет, конечно, обидно. Надо еще, кстати, потом все контракты на убийство выполнить. Койки вниз, по местам стоять! Итак, разгоняемся, 2 километра до корабля. Смотрим, что у нас здесь за судно рядом. Интересно, что это за корабли. Написано вроде легендарный. Значит, будет, по идее, что-то интересное. Ну, не просто ж так его на карте отметили, прям так. Эпично. Так, уже осталось почти километр. Море спокойное, хорошее. Тут впереди туман. Это плавучие крепости, только лучшие. Оу. Почему мне так кажется, что 75-й 10 тысяч реала, легендарный, бесстрашный суверен. Блин. Вероятность того, что я их убью, очень-очень мала. Мягко говоря. Так, сейчас посмотрим, кстати, с какого расстояния наши пушки достают по кораблям. Ну, имеется в виду вот эти. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Кажется, зря. Мне страшно! Не страшно! Они сильнее! Подожди нас, капитан! Убавить лиселя! Ух ты ж мать, они как хотят! Подходящие места! Зажать хотят, ребят! Рифить все марселя! Ой-ой-ой, как ты! Больно будет! Я их даже здоровье их не вижу. Просто с двух сторон заходят и уничтожают меня к чертям. Жесть вообще. Охренеть просто. Похоже, будет шторм, капитан. Сосредоточьтесь, капитан. Ой-ой-ой, как больно-то. Они, благо, сами себя еще коцают. Спустить бомбы, Марселя и Марселя. Очень да. Больно будет. Охренеть. Отбиты, но вы стоим. Так, главное выдержать более-менее первую атаку, но, блин, у нас уже меньше не полздоровья. Не вышло! Перезаряжай! А у них почти полное! Приготовиться! Блин, у них пушки далеко стреляют, не так, как у нас. Паруса бросать! Шевелись, черти! Куда пропал мальчишка с порохом? Куда пропал мальчишка с порохом, лол. Так, сейчас надо поаккуратнее себя вести. Не, чисто в теории, конечно, я могу их победить и даже таким своим кораблем. Ветер крепчает. Но для этого потребуется намного больше усилий. Так, у нас между нами и ими довольно большое расстояние. И попасть я могу по этому кораблю. И то он уклонился. Убавить паруса от бури! Удачная позиция! Что приказание? Ох, сейчас нам будет больно. Марселя, промселя, бомбрамселя. Ох, больно будет. Стреляют! Нас серьезно подбили! Но мы держимся! Они открылись! Дайте-ка по ним! Что, мне не удастся ни одного из кораблей? Черт, потопить? Мимо! Ладно, давайте смываемся отсюда. Че они нас реально порвут? Осторожно! Блин!
таран, мать твою! Стреляют! Ох ты ж мать! Вроде если они сейчас выстрелят, блин! То блин, жопа на. Не стреляют! Бум! Готовы стрелять, бум, сэр! Бум! Давай еще! Бум! Отлично! Больше половины! Чуть-чуть! Уходим отсюда! Страшно, блин! Пойдем рыбу на ужин, капитан! Не, не пойдем, они сами себя атакуют. Красавцы вообще. Да, рановато нам на нашем маленьком кораблике в такие вписываются бои. У нас слишком слабые пушки. Вот, это было прикольно. Я надеюсь, они не исчезнут. Да, я понял, что прогресс будет потерян, но зато мы не потопим собственный корабль. Это для меня важнее. Черный остров. Вот я не помню, я здесь был или не был. Так. Впрочем, я говорил, что мы пойдем к миссии, правильно? Миссия у нас вот здесь. Переместиться можно вот сюда. Быстрое перемещение пока недоступно. Окей. Сейчас выйдем из зоны. Фли! Черт! О! В сторону пошло! Я научился этой хрени. Я теперь понял, где она. Окей. Оказывается, можно просто стрельнуть в бок, и это будет усиленные снаряды. Я что-то этого не заметил, просто сейчас увидел то, что там циферка типа 15 штук их у меня. Теперь 14. Кроки по ветру! Спустить брамселя и бомб брамселя! Так, мы только что с английским флотом воевали. Убрать гроты, зарифить брамсели! Свободу гротам! Повлияет ли это на то, что мы едем в английские колонии? Отдать паруса! Паруса отдать! Так у нас корабль полностью. Все наверх! Поднять паруса! Разбитый. Итак, принять, да, мы плывем в Кингстон. Так. Надо вот, кстати, потом на лицухе самому попробовать сетевые события. Что я пока прохожу. Я пока ничего не пробовал. Я даже ее не устанавливал еще. Так, ну давай, хватит грузиться. Ой. Вы это видели? Мы упали в воду. Окей, ладно, не важно. Так. Что нам здесь надо? Ну, во-первых, у нас мало денег. Вот, кстати, что у нас? Ага. Склад полон. Здесь вот шанти возьмем и миссию возьмем. Я думаю, это будет вполне честно. А, кстати, слушайте, мы же в Кинстоне были вот здесь вот. В поместье. Так что эта территория нам вполне себе знакома. Так, чуть-чуть осталось. Скоро будет меньше 100 метров. Как-то высоковато, вам не кажется, музыка расположена. Почему ты не хочешь забегать наверх? Давай забегай наверх. Круто. Не всегда он реагирует с первого раза на некоторые действия. Черт. Она улетела не в ту сторону, которую я думал. Не, ну то есть я, конечно, думал, что она может в эту сторону улететь. Там, вот так вот.
Да отстань. Не на вас пофиг, ребят. И да, я взял ее. А, отлично. Да ладно, ребят, не смешите меня. Может, меня не поймаете даже. Ну и все. Где ты меня будешь искать? Там один побежал в ту сторону. Мы уже могли бы давно потерять, ё-моё, ребят, вы чё? Все равно же не найдете. Are you looking for me? Damn, so close. Next time. Ты прав, ты был так близок. Ты прям вот, я бы даже сказал, вплотную ко мне подобрался. Так, что же у нас за задание? Вы только представьте. Задание называется вот так вот. На самом деле, тут миссий-то не так много, но они такие довольно... Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше 2 месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех, что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы. Наши старые друзья, тамплиеры. Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг, мы уже близко. Так, у нас скоро, возможно, бунт. Так может быть. Убейте громил, повредите сигнальный колокол. Да без проблем. Так. Громила! Не, надо его как-то... Так, вот он за нами пошел, отлично. А тот нас как бы вроде и не видит. Это хорошо. А вот это уже хуже. Тут друзья пришли. Так, но зато мы знаем то, что вот этот чувак нас услышит, по идее. Да, молодец, иди сюда. Так. К сожалению, здесь придется немножко вот так вот медленно все это проделывать. Зато эффект хороший. Ребят, вы ничего не видели, все хорошо. Что такое? Все хорошо? Первый колокол испорчен. Что нам там полностью надо сделать по заданию? Где оно, кстати? Так, убить громил. То есть любым способом. Так. Вон там громила. Здесь двое. Как нам? Блин. Это проблема. Ну, в принципе. Хотя, может, и не придется. Alarm! Help me, damn it! Черт, он позвонит в колокол, зараза. Эй, там
Так, я только что нашел. Двух плохих людей, в принципе, без разницы. Главное, их сейчас на самом деле из вида просто не терять. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Ой, вы обнаружены десинхронизация. То есть то, что я сейчас только что с ними дрался со всеми, это нормально. Ладно. Как всегда, весело. Так, о, мы с классной стороны вообще, с подветренной, так сказать, но, правда. Учтены наши убийства. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Торос говорит, без крови обсерватория не будет работать как надо. Убил, обнаружили, спрятался. Вообще офигенно. Никто не обращает внимания. Так, а где, не кстати? Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георгом, ему понадобится капля крови крана. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Торос намерен шпионить и за мной? Я только что отдал ему свою кровь. Я тоже капитан Хорнигол. И все тамплиеры. Меры предосторожности. И залог доверия, полагаю. Да. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на На Мадагаскаре. А ведь я, блин, почти нашел. Кстати, можно зато было убить Хорниголда. Вместе, точнее, не Хорниголда, а вот этих... двоих засранцев. Ладно, давайте еще раз попробуем, только на этот раз все-таки тише. Так, во-первых, я помню то, что мне нужно убить одного человека сверху, повредить колокол и убить одного человека снизу. Все очень просто и быстро. Не так быстро, как я думал. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Кто разговорит, без крови обсерватория не будет работать как надо. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георгом, ему понадобится капля крови крана. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить... Торос намерен шпионить и за мной? Я только что отдал ему свою кровь. Я тоже, капитан Хорни. Да уйди ты, ё-моё. Да, не бой. Образцы направили в надёжное убежище, в Рио-де-Жанейро. Мы не станем первыми подопытными, уверяю вас. Да, сэр. Полагаю, это скромная цена за всё то, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние. Насилие, угрозы, бескрайние меры. На Мадагаскаре я поставил их перед выбором. Либо вернуться в Англию нищими, но свободными, либо быть повешенными. Так же, как на Насау. Именно. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли? Ой-ой. Му. Фух. Так. He's in my sight. Oh, I've got a lovely clear shot. Hey, get out of that growth. Да ладно тебе, ты все равно сейчас умрешь, как эти рыбы.
Просто так умер. Да, ничего страшного. Всякое бывает, да. Поэтому ребята на это даже особого внимания не обратили. Мы тем временем продолжим следить. Так. Пока слежка идет довольно успешно. Не обращай на меня внимания. Before the motion could be tabled. Куда же вы идете, ребята? Chest pride. It's sure to be under the table before they've even opened. Now don't you go nosing around here. Походу я не успел спасти пиратов. Хреново. Keep him guessing. Got a clear shot, man. Я тоже. Итак, давайте же подслушаем их разговор. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорнсон отправил своих лучших людей на поиски мудреца. Don't lose sight of him. Loving grenade. Надо как-то поаккуратнее все это делать. Ну, заодно есть вероятно, что мы можем попробовать спасти ребят. Так, Хара, как говорится, косячить. Давайте сделаем это нормально. Хотя нормальные я — это страшные слова. Сохранение, в смысле сохранение фейлов. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваша сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. Я просил отказаться от этой гадкой системы. Всем разница, можно продать не все, но немного. Да вы стебетесь. Ну я понял то, что там надо как-то поаккуратнее обойти их. Хотя, смотря сколько их там, можно попробовать. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немного? Наша цель — изменить ход развития цивилизации. Ведь так? Покорение тела ведет к бунту разума. Но
Поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы, Мэгги. Да откуда вас столько-то, ё-моё? Да, вот здесь надо аккуратно продумать, как же мне пропутешествовать, потому что и есть, конечно... И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. Хм. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил от... Так, опять надо аккуратнее. Окей, это слишком много файлов, мне это уже надоедает, и давайте все-таки я попробую как-то продумать. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Так, ну, во-первых, мы вдвоем. Своих лучших людей на поиски мудреца. Во-вторых... А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немногих? Наша цель — изменить ход развития цивилизации. Ведь так? Покорение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы, магистр. Так, надо... Каким-то образом аккуратно. Stop it! Неужели? А точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджеса и Кокрема. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенуэй! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку! Скотина. Услышал все, что хотел знать! Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Ибо я нашел лучший путь! Где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Прощай, мой друг. Ты был солдатом, когда сражался за истину. Не только ради выгоды. Так, значит, да? Убью, сволочь. Эй, я нажимал Е, какого фига? Хотя я представляю, что скорее всего... Оу-оу-оу. Окей, молодец, красавчик, пожалуйста. Так. Надо отсюда к чертям сбегать, иначе меня здесь просто убьют. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну нажал же Е. Вот единственный момент, когда вот ты нажимаешь нужную кнопку, но почему-то он не реагирует. Можно я нажимаю не очень вовремя, например. Так, нет, давайте просто убежим. Оу. Спасти заложников не выдавая себя. Можем попробовать, но я этого делать не буду. Просто убегу. Прикройте меня, сволочи!
Куда ты достал, зараза? Против этих ребят будет легче, конечно. Так. Следующий. Пиратов жалко, но ничего страшного. Далее. Может быть ты? Ну нет, так нет. Итак, у нас есть здесь еще музыка, которую мы можем подобрать. Надо понять только, где она. Стопроцентная синхронизация. Это хорошо. Сейчас возьмем музыку и на этом, наверное, эту серию я закончу. В любом случае, всем тем, кто смотрел, это понравилось, большое спасибо. А за косяки уж, как говорится, извините. Так. Что такое странное звезды? Отлично. Я взял музыку. Супер просто. И теперь мы можем вернуться на корабль, но все, как говорится, это мы сделаем уже в следующей серии. Тем, кто смотрел, большое спасибо. С вами был, как всегда, я, Дезертир, и, как всегда, Assassin's Creed 4. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи!